Всем привет, вы на канале Златы Голд, это я, если что. И сегодня у нас распаковка с Вайлдберриз 4 товаров. Итак, что я вам хочу сказать. Я заказала 2 косметических товара и 2 товара, связанные с блогерством, вот так вот можно сказать, для него. Итак, начнем с... Я вам хочу сказать, что... Я записываю это видео, у меня еще нету товаров этих, у нас сейчас не будет распаковки. Сейчас вам просто расскажу, какие я товары заказала, и я так делаю, чтобы сделать такое ожидание реальность, вот такое вот сделать что-то. Начинаем смотреть товары. У вас вот тут вот будут картиночки товаров. Итак, погнали. Итак, дальше. Это косметические товары пошли. Потому что последний товар я вам покажу реально самый последний, то что он самый крутой. Итак, это консилер для глаз. Этот консилер мне очень понравился, то что в лагере у девочки был точно такой же консилер. Он просто прекрасен, мне он очень нравился. И я его нашла за 98 рублей на Вайлдберрис. Это вообще, что за цена такая божеская? Я свой консилер от Лореаль, который не очень ложится, он скатывается, покупала за 340 рублей по скидке, а так он стоит вообще все 500. А тут за 98 я нашла хороший консилер. Я удивилась очень, вот, выравнивает цвета, и типа скрывать не совершенствуешь, как все консилеры делают. Тут, правда, шел только один цвет, ну, то есть тон кожи только один, но я думаю, мне подойдет, потому что он достаточно светлый, у меня кожа достаточно тоже светлая, ну, то есть не смуглая. В общем, да, надеюсь, все будет круто, он мне подойдет. Вот, ну, когда придет, проверим. Итак, следующее, это карандаши для губ. У меня раньше было много достаточно карандашей для губ, но они были вообще ужасными, я их покупала за 5 рублей за штуку карандаш, и это было просто жесть, то есть карандаш был просто трэш, он скатывался постоянно, и вообще он был ужасным. Тут 12 штук за 175 рублей, это достаточно по-божески, божеская цена такая. И они идут сразу с точилками, что меня очень порадовало, потому что у меня дома нету специальной точилки для карандашей. Что тут еще? Мне понравилось, что тут подходит для любого оттенка кожи. Во-первых, потому что тут нету ярких цветов, то есть нету какого-то розового и так далее. Тут все нюдовые цвета, которые подходят просто под обычный дневной макияж. И мне это очень понравилось, ведь я не люблю слишком яркие губы, когда губы как-то выделяются и так далее. Я всегда делаю акцент на глаза, потому что на губы мне не очень нравится делать акцент. Они... Особенно красным цветом, вот, мне не нравится делать акцент на губы. А я смотрела наборы карандашей, там везде был красный цвет. И я понимала, что я этим карандашом не буду пользоваться. И из-за этого я нашла вот этот набор, и это просто шикарно. Так, дальше. Это такая вот лампа для закатов. Это просто шикарно, потому что я ее очень давно хотела, но всегда смотрела на цены и такая понимала, ну, эта вещь столько не стоит. Она, ну, вещь не стоит там 300, ой, вещь не стоит 1000, там, 2. Я раньше видела только за 1000 и 2 вот эти лампы. Тут я решила такая, блин, надо опять набрать, вдруг по скидкам есть. И тут по скидке за 640 рублей я нашла. Это просто шикарно. Вчера было 640, я заказывала по цене 640 рублей, ничего не знаю, тут 780, ничего не знаю. Короче, я мне это очень надо, потому что это будет, во-первых, красивые закаты у меня на видео. Даже в том же Телеграме, я иногда видео в ТикТок снимаю, потом их в Телеграм отправляю. У меня будет красивый закат, и я этому очень рада. По отзывам тут 4 звезды из 5, наверное, это очень хорошо. И отзывы нормальные, есть, правда, там один отзыв, что пришло с разбитым стёклышком. Ну, я думаю, ничего страшного, можно просто перезаказать и все. Вот, и тут, конечно же, идет пультик такой, вот. Надеюсь, будет все круто, все придет в достаточно хорошем состоянии, и мы это с вами вместе распакуем. Так что, ребят, давайте...
смонтирую это видео. Спасибо тебе за просмотр, за то, что ты смотрел. Надеюсь, оно тебе понравилось. Если да, то обязательно поставь лайк. А если тебе нравлюсь я или мой контент, то, пожалуйста, подпишись. Ведь я стараюсь именно для тебя.